Историческое решение Вселенского Патриархата. Когда теперь ждать Томос и что Киев должен для этого сделать? Принуждение к кредиту. На что пошел Киев ради очередного транша и сколько за это заплатит население? Топливная лихорадка. Насколько еще поднимется цена на бензин и смогут ли ее понизить акции протеста водителей? Инфекционная лотерея. Кто контролирует работу мест общественного питания и почему отравления людей становятся массовыми? Добрый вечер. Это подробности недели, наполненной взрывоопасными событиями в прямом и переносном смысле. О них и поговорим сегодня. И начнем с ситуации в Черниговской области. На арсенале Вычни до сих пор слышны взрывы, но даже несмотря на это, люди уже возвращаются в свои дома. Напомню, эвакуировать пришлось 12 тысяч человек. Конечно, правительство и местные власти сработали очень эффективно, быстро увезли людей с опасной территории, но теперь задача куда серьезнее. Также быстро, до холодов, помочь всем, чьи дома разрушены или повреждены. Как сейчас выглядят села и поселки после артканонады Вычни, видел Богдан Вербицкий. Так как тут немає, в цьому класі немає вікон, жодного вікна вціліло, так в школі жодного вікна вціліло немає. Жодних дверей вцілілих немає. Все вилетіло. Директор Виталий Бабенко показывает последствия взрывов. Эта школа находится не в прифронтовой зоне. От поселка Дружба до Донбасса сотни километров. Зато совсем рядом Ичня. Здание у ворот военной части, на окраине городка. В школе учились 116 детей. Когда все они снова сядут за парты, Виталий Александрович не знает. Все тут, все выбило хвилу. Сотни поврежденных и разрушенных домов. 12 тысяч эвакуированных жителей, многие из которых до сих пор не вернулись в родные села. Весь такие, короче. Глянь, что это такое? Что это может быть? И облако, и взрывы дуже великі были. Все началось в ночь на вторник. Жители военного городка Дружба проснулись от взрывов. Этот поселок расположен совсем рядом с арсеналом. До него меньше километра. Снаряды сюда не попадали. Но взрывной волной выбило стекла и двери. И даже обрушило стены. Началась эвакуация. Самостоятельная. Наши дети, люди, понимаете, брали кто сколько мог. У «Жигулях» ехало по 8-10 человек. Ну что, уделись, документы в руки. У москвича. К 4 утра местные власти уже начали эвакуацию организованную из Ични и соседних сел, а территорию в радиусе 16 километров оцепили. Приезжала машина и сказала, что до эвакуации готовились. Ну, мы собрались, конечно, на спеху, кто як. Людей вывезли в соседние города и поселки, куда не долетали снаряды. Там организовали оперативные штабы. Временных переселенцев разместили в основном в школах. С едой и теплыми вещами помогали спасатели и волонтеры. Перші страви, супи, борщі, все у нас є, каші, картоплі, макарони, бутерброди. Всі нам допомагають, всі, і школа, і приносять продукти. Зарево пожара було видно за кілометри. В огні оказалось 5 артскладів, а всього на воєнній базі було 70 тисяч тонн боєприпасів. В перші часи вони взривалися ежеминутно десятками. Локалізувати пожар удалось тільки через сутки, затем і ліквідувати. Там наразі працюють пожежні танки, які спеціально їх прибули, наприклад, з Десни. Один з підрозділів Збройних сил України планує провести там, зараз проводить там аеророзвідку. Уже в среду местные жители понемногу начали возвращаться домой. Те, кому повезло, некоторым возвращаться было некуда. Это Августовка. Село расположено всего в полукилометре от арсенала. И пострадало больше всех. Большинство снарядов прилетели сюда, в огороды и дома. И мы тут живем, тут ремонт. Бачите, ремонт ж порубили, сарай, все новое порубили. И вот туда раз залетел, и вот сюда упал. Валентина показывает нам свой дом. Снаряд попал в крышу. Хозяйка до сих пор удивляется, как он не сдетонировал. Если кровлю починить можно, то вот сарай вряд ли. Кроме боеприпасов, на огороде огромные булыжники и воронки. Так залетел он. Так, і стирчав то. Щось починає рватися. Чоловіку кажу, щось, мабуть, база зрівається. І чоловіку кажу, погреб, втікаємо в погреб. Текли ж у погреб, сидимо в тому погребі. І минув через 20,
чую, в нас стекла полетіли. Александра с мужем ждали спасателей в погребе 7 часов. Часов в 11 из Прилу приезжают, забирают нас. Ото 6 человек, 2 детей, 4 нас забрали. Сутки Александра с мужем были у дальних родственников. Вернулись домой только вчера. И первое, что увидели, двор и огород, усеянный боеприпасами. Позавчора ще забрали штук 4. Оце таких. І сьогодні ото бачили, де цим лежить. Пошти 15 десь ото. Я не знаю, це ж ракета, чи як воно то називається. Прилетіло воно у дровник. Взрывной волной повредило окна и несущие стены дома. Они покрылись трещинами. Потолок осел. Це трещини. Я не знаю, в мене здоров'я немає. Сколько домов повреждено и разрушено? Какая сумма компенсации нужна людям? Это все только предстоит подсчитать. А пока на арсенале до сих пор слышны взрывы. Муж Яны – командир пожарного подразделения части. Она не видела его уже несколько суток. Я до него, как только можно было, на другий день, когда трошки втихло, приехала. Хоть трошки побачила его. Слава Богу, жив, здоров. И больше не можем. Огонь на складе уже потушили. Теперь очередь за саперами. Ведь чтобы разминировать территорию возле Ични, нужно минимум 2 месяца. Из Черниговской области Богдан Вербицкий, Даниил Снисар, Алексей Шматов и Дмитрий Курченко. Подробности недели, телеканал Интер. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после этой катастрофы должны быть сделаны в том числе и кадровые выводы. Хотя наиболее вероятная причина случившегося – диверсия, нужно проанализировать и то, как хранились боеприпасы. Первые данные свидетельствуют про то, как говорит следствие, что откидает недбалість, и основная версия – это диверсия. Это... має нас навчити рішучим діям. На сьогоднішній день ми не маємо жодного сучасного складу. Не було і не мали зараз. А те, що було станом на 2014 рік, нагадувало впорядковані звалища під відкритим небом. І вирішити найнагальніші проблеми військового будівництва ми впритул підійшли до питання складів боєприпасів. Цього року запроєктований початок будівництва 15 сучасних сховищ з автоматичними системами охорони, які виключають диверсію. З автоматичними системами протипожежної безпеки. Автоматичними системами оповіщення, які зводять майже до нуля людський фактор. Эксперты говорят, на строительство новых арсеналов нужны миллиарды гривен и годы работы. Еще с советских времен в Украине остались склады, на которых даже самые опасные боеприпасы могут храниться просто под открытым небом. И вот такая разруха на складах – главный помощник диверсантов. Но только ли они виновники подобных катастроф? Разбиралась Инна Томина. Микрорайон Нефтяников, окраина Балаклеи. Разноцветные аккуратные домики с новыми окнами. Вполне мирная картина. Но в марте 17-го именно этот массив больше всего пострадал от взрывов на артскладе. Раиса Андреевна до сих пор хранит в памяти телефона фото своего разрушенного дома. И хорошо помнит день, когда после эвакуации вернулась в родную Балаклею. Ни дверей, ни окон, ничего не было. В квартирах тоже все поразваливано было. Но с тех пор прошло 1,5 года, и Раиса, и ее соседи уже отремонтировали жилье. Помогли и местные власти. Стены делали гипсокартоном, потолки, все сделали. Так, по квартирам нормально, можно сказать. Но не доделали, ни коридор не доделали, а обшили этим гипсокартоном. Позаляпывали эти щели. И все, и подпорка стоит уже год. Чтобы полностью закончить ремонт, нужны деньги. А они в местной казне закончились. Правда, все-таки успели многим жителям перекрыть крыши, вставить новые окна и подлатать разбитые снарядами дороги. Кровью самой они некачественно сделали. Почему? Потому что молодые ребята, необученные. Вот технадзора как такового не было. Тут мастер приезжал, в Харькове живет, так приедет, и все. Вот, никто не принимал по-настоящему
выполненный объем работы. Но ремонт не главная беда местных жителей. Люди боятся повторения и новых взрывов на арсенале. Для меня это было очень трудно, конечно, перенести все это. Я из-за того, как услышала, что это вот там вот в Черниговской области случилось, я опять неплохо скорую вызывала. Я уявила, что здесь было. А было действительно страшно. На складе в Балаклее хранились 138 тысяч тонн боеприпасов. Уцелела только треть. Снаряды взрывались и разлетались больше недели. Вот это что за факел? При этом виновников катастрофы до сих пор так и не нашли. А начальника хранения 65-го арсенала в Балаклее даже в должности восстановили. Еще и с компенсацией. По иронии, как раз накануне событий в Ичне. А сам же артсклад в Балаклее после двух пожаров по-прежнему под усиленной охраной. Введены новые подразделы, кинологическая служба, то есть у нас собаки еще патрулируют. Посилены мы техническими засобами, такими как тепловизийные манипуляры. От, ну і взагалі ми перебуваємо в посиленому режимі несення служби. Усилення мер безпеки уже традиційний результат після кожного арт-фейерверка. Вот только воєнні склади і далі горять і взриваються. При этом сценарій ЧП, як правило, один і тот же. Впрочем, як і версії случившегося. Диверсионна халатність і умисний поджог. Я би поставив в обратному порядку. Я все-таки считаю, что основная версия – это умышленный поджог с целью сокрытия недостачи. Ичня, Калиновка, Балаклея. И это только за последние полтора года. А до этого были масштабные пожары в Лозовой, Новобогдановке и Бахмуте. Тонны уничтоженных снарядов, миллиарды гривен убытков и почти полная безнаказанность. Покарання за вибухи і підпали на військових складах вже є. По попередніх випадках. Це зазвичай ЦАПи відбували. Якщо ми проаналізуємо ті 13 вибухів і пожеж, які відбулися на військових складах за часи незалежності, то по частині з них все-таки є вже рішення судів. І ми там бачимо, що юридична оцінка – це насамперед службова недбалість. Что случилось на складе в Ичне и кто виноват в пожаре? Основная версия, которую выдвигают Минобороны – диверсия. Вибухи, які відбувалися, вони відбувалися таким чином, що спочатку був хлопок, потім зарево, після цього два хлопка і вже вибух боєприпаса, свідчить про те, що імовірні те, що була закладка боєприпаса для підриву наших сховищ. То, что такой фейерверк спичками не устроишь, подтверждают и военные эксперты. Снаряды на арсеналах хранятся не в окончательно снаряженном виде. То есть они без взрывателей. И для того, чтобы вызвать детонацию этих снарядов, нужно заложить фугас. То есть не обычный заряд, а фугасный заряд. И очень большой мощности. И это работа ни одного часа и ни одного специалиста. По данным Минобороны, на складах в Ичне были почти 70 тысяч тонн боеприпасов. И почти все они хранились просто на земле, под открытым небом и без должной охраны. Чому не вдалося зберегти? Ну, я тут думаю, що все-таки тому, що недостатньо було обладнання периметру. Ми надійно можемо зберегти наші запаси тоді, коли ми побудуємо закрытые железобетонные конструкции, которые надежно обеспечат охрану. И уже традиционно после подобных ЧП звучат обещания. В самое ближайшее время начать строительство 15 современных хранилищ боеприпасов на трех крупнейших арсеналах – в Цветохе, Калиновке и Богдановке. Но даже при достаточном финансировании это перспектива 15 лет. А это означает, что пока снаряды в Украине будут храниться по старинке. Из того, что осталось у нас еще целыми, такого масштаба баз, то я скажу, что одна база представляет такую угрозу, что мы можем тут пол Европы разнести. Рядом находится атомная станция. Инна Томина, Светлана Шакира и Максим Чеблин. Подробности недели. Телеканал Интер. Еще один вопрос, который стоит задать в связи с катастрофой в Ичне. Что может сделать правительство, чтобы ускорить процесс модернизации арсеналов? И как сам премьер Владимир Гройсман оценивает произошедшее в Черниговской области? Давайте посмотрим. Щодо причин, це компетенція правоохоронних органів. Ми чули заяви про те, що розглядається основною версія диверсії. Якщо ви запитаєте мене, чи я вірю в це, я абсолютно це не виключаю.
оскільки вважаю, що наші артсклади, вони є в тому числі ціллю нашого ворога, який воює проти України. Саме головне питання, коли це відбулося, ми почали одразу мобілізувати всі зусилля для того, щоб забезпечити евакуацію. І саме головне, що врятувати життя людей, врятувати життя дітей. Я сказав в перший день, коли вилетів на місце, що все, що буде зруйновано, ми відбудуємо. Саме головне – це врятувати життя людей. Тому всі служби працювали злагоджено. І Державна служба з надзвичайних ситуацій, Національна поліція, Національна гвардія, все те, що відбувалось на арсеналі, боролись з вогнем і з взривами саме підрозділи Міністерства оборони. Я розумію, наскільки це боляче для людей. Я зустрічався з людьми і говорив з ними. Насправді, це така дуже жахлива подія, але наше завдання сьогодні максимально швидко зробити розмінування територій і зробити все для того, щоб відновити помешкання, яке було зруйноване внаслідок цих вибухів. Як правило, кошти в попередні часи, до 2014 року, майже не виділялись на те, щоб утримувати і забезпечувати безпеку артскладів. Фактично, з початком російської агресії військо почало відроджуватись, і в тому числі і системи безпеки. Ми забезпечили фінансування біля 500 мільйонів на рік для того, щоб відбудовувати систему захисту і відповідно проводити заходи на території, щоб унеможливити будь-які такі події, які ми мали. Але ми розуміємо, що якщо це питання диверсії, то це завжди буде мішень, в яку будуть атакувати, використовуючи різні види зброї. Але з іншого боку, система безпеки має бути на належному рівні забезпечена. Ще влітку 2018 року проводились відповідні і навчання, проводились відповідні і в тому числі дослідження спеціальних сил операцій щодо ураженості цих складів. Фактично були рекомендації, над якими Міністерство оборони працювало. Ми забезпечували фінансування. І на цей склад, на цей арсенал теж були направлені порядка 15 мільйонів гривень кошти, які передбачались і які вже 9 було профінансовано саме на ці заходи. Але, як ми бачимо, цього було недостатньо. І цю роботу треба посилювати, що входить в абсолютний план робіт самого Міністерства оборони. А теперь самая заметная и потенциально самая взрывоопасная тема этой недели. Константинопольский патриархат готов предоставить автокефалию церкви в Украине. Это решение можно назвать действительно историческим. Независимо от того, как оценивать саму вот такую активность Константинополя, позитивно или негативно, церковные отношения в Украине, да и во всем православном мире, неминуемо будут пересмотрены. И главный вопрос – как это отразится на жизни в нашей стране? Світове православ'я, як колись написав його Всесвятість Варфоломій, це сузір'я незалежних та рівних національних церков. І, дорогі друзі, нарешті в цьому сузір'ї засяє і наша українська зірка. Рішення про надання автокефалії вже прийнято. Автокефалія – це частина нашої державницької про європейської і проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх 4 років. І, наголошую, будемо проводжувати і надалі. Томос – це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Імперія втрачає один із останніх важелів впливу на свою колишню колонію. Для нас власна церква – це гарантія нашої духовної свободи. Це запорука суспільної злагоди. І я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися у тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священників і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровольно вирішать вийти з-під Москви для того, щоб разом з іншими православними творити
єдину українську православну помісну церкву. Эти слова президента указывают на то, как дальше могут развиваться события. В течение ближайших недель в Украине должен состояться объединительный архиерейский собор, в котором намерены участвовать ключевые фигуры Киевского патриархата и УАПЦ. Именно там могут выбрать главу, которому и предстоит получить формальное решение, то, что называется Томосом, от Константинополя. Для того, чтобы такой план осуществился, константинопольский патриарх Варфоломей попытался устранить главное препятствие, снял анафемы, наложенные на Филарета и Макария, главу УАПЦ. И этим вызвал целую бурю эмоций как в Украине, так и во всей православной церкви. Иерархи УПЦ и Московского патриархата ожидаемо заявили о незаконности такого решения Константинополя, да и вообще отказались признавать распространение юрисдикции Константинополя на Украину. Свой ответ на все эти шаги обещают дать 15 октября после запланированного в Минске синода РПЦ. Скорее всего, ответ будет жестким. Там уже обвиняют Варфоломея в создании нового раскола православия. Но до 15 октября еще дожить нужно и пережить 14 октября. День, к которому уже готовятся и украинские политики, и правоохранители, и сами служители церкви. День защитника Украины, день покрова Пресвятой Богородицы и день создания УПА. Традиционный день для массовых акций, которые в этом году на фоне вот таких церковно-политических новостей могут закончиться очень горячо. Об этом предупредил украинцев даже Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США по Украине. Я процитирую: «Надеюсь, не будет насильственных действий, организованных в результате этого решения. Было бы трагедией наблюдать такое». Со своей стороны все горячие головы решил остудить и Арсен Аваков, глава МВД. Он обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде. Хочется надеяться, что такие обращения все-таки услышат все люди, которые собираются послезавтра выйти на киевские улицы, и что правоохранители смогут обеспечить защиту всех, кто будет в этом нуждаться, и главных православных святынь, в том числе Киево-Печерской лавры. Кстати, замглавы полиции Александр Фацевич уже поручил направить дополнительные силы для охраны культовых сооружений 14 октября. Тему автокефалии для Украины прокомментировала сегодня и лидер Батьківщины Юлія Тимошенко. И, кстати, она тоже предостерегла все горячие головы от недопустимых действий. Надання Украинской церкви автокефалии та початку процедуры надання Украинской церкви Томосу. Це без перебільшення історична подія, яка ще раз цементує, зміцнює наш суверенітет, нашу незалежність і дає можливість Україні покладатися на міцний фундамент єдності православ'я. Єдина помісна церква була мрією багатьох поколінь українців, і зараз ця мрія почала втілюватися в життя. І ні в якому випадку не можна допустити, щоб ця історична подія була будь-ким використана для нагнітання агресії, протистояння і інших недобрих речей, які не можуть бути пов'язані з Богом, з вірою і з любов'ю. Це подробиці тижня, і от о яких темах поговоримо з вами далі. Принуждение к кредиту. На что пошел Киев ради очередного транша и сколько за это заплатит население? Топливная лихорадка. Насколько еще поднимется цена на бензин и смогут ли ее понизить акции протеста водителей? Защита штрафами от кулаков. Удастся ли решить проблему травли в школах финансовым наказанием родителей? Еще одна тема, которую всю неделю обсуждали в Украине – ПАСЕ. Украинские депутаты в парламентской ассамблее Совета Европы были, как и всегда, очень активны, но при этом и необычайно результативны. Вот бы дома в Верховной Раде проявляли такую же эффективность. Итак, что удалось украинской делегации в Страсбурге и почему Россия может больше не появиться на этой международной площадке? Все подробности у Ирины Ивановой. Это было довольно наглядно. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Зрелищно, а иногда и музыкально. Это украинские депутаты, друзья, товарищи, обратите, пожалуйста.
и, безусловно, конфликтно. Я не вмешиваюсь в дебаты. Ведь именно на этой сессии ПАСЕ решалась дальнейшая судьба России в Ассамблее. Санкции против Федерации за аннексию Крыма и войну на Донбассе рассорили Совет Европы. Еще в 14-м делегацию РФ лишили права голоса и возможности избрания на руководящие должности. При этом Россия до сих пор участвует в Комитете министров. Совет Европы объединяет 47 стран. ПАСЕ – один из ключевых его органов. Простыми словами, это парламент, а функции Кабмина выполняет Комитет министров. По словам делегатов, именно он, ссылаясь на статут Совета Европы, настаивает на полноценном представлении всех без исключения стран-членов в обеих институциях. Чтобы разрешить этот кризис, в ПАСЕ создали Временный комитет. Он подготовил доклад об изменениях в регламенте. Если вкратце, то документ ужесточает правила введения санкций против делегаций и обеспечивает им право голосовать при избрании важных должностей в Совете Европы. Дискуссия длится в рамках ad-hoc комитета ассамблеи уже 2 года. И это просто частичная финализация той реформы, которая проходила в рамках этого ad-hoc комитета. Этот доклад, который будет рассматривался уже у нас на комитете, я являюсь членом регламентного комитета, сохраняет за ассамблеей возможность и право не принимать полномочия отдельных делегаций по политическим мотивам. Доклад комитета вынесли в сессионный зал. Украинская делегация документ резко раскритиковала. Мол, фактически это возвращение России в ПАСЕ. И дело вовсе не в регламентных коллизиях, а в деньгах и мощном российском лобби. Ведь с прошлого года Москва частично урезала финансирование до снятия санкций. Це репортер лише з єдиною метою, щоб повернути Росію, а підстав її повертати, допоки немає жодних з її боку якихось виконань, хоч якихось резолюцій і вимог парламентської асамблеї, немає. Тому сьогодні від різних представників, до речі, дуже різних делегацій, різних країн звучала одна і та ж сама думка. Ми, вибачте, не на базарі, ми цінностями не торгуємо. Обсуждение доклада проходило очень бурно і даже з наглядним пособієм. Я считаю, мы все должны подготовиться к так называемому диалогу с российскими представителями. Лично я подготовился. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Они нужны нам всем, чтобы здороваться за руку с российскими представителями или держать ручку двери. Господин Гончаренко направил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в этой ассамблее. Это не была моя личная инициатива. Я не вмешиваюсь в дебаты. Мое мнение по этому поводу таково. Нельзя лишать людей, которые заседают в этом зале, права на голосование. Но как ни пытался парировать генсек Совета Европы, сторонник возвращения России в ПАСЕ, его слова в буквальном смысле затоптали. И после жарких споров документ отправили на доработку. Дуже важливо, що саме українській делегації вдалося зламати хід дебатів, що була не протягнута ця резолюція по зміні регламенту, яка би просто повернула російську делегацію без виконання нею резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, а також без виконання Мінських угод. Этот перелом сделал невозможным возвращение России в ПАСЕ в следующем году, даже если бы ее делегация гипотетически подала такую заявку. Возможно, россияне ожидали иного исхода. За происходящим в тот день в ПАСЕ впервые за несколько лет следила камера российского телеканала. Ведущая пыталась вопросами провоцировать украинскую делегацию, на что получила достойный ответ. Слава Украине! Героям слава! Впрочем, победу праздновать рано. На одной из ближайших сессий обновленный регламентный доклад вернут в сессионный зал. И депутатам снова придется выбирать между ценностями моральными и материальными. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности недели, телеканал Интер. Вот причем материальные проблемы по сцену очень интересуют. Дело в том, что Россия еще в прошлом году ограничила выплаты в бюджет организации, не вносит свою долю и в этом году. И по словам генсека Совета Европы, это может повлиять даже на выплату зарплат в организации.
МВФ дожал украинских политиков. Украине все же пришлось согласиться с большинством требований кредиторов. Цена вопроса – новая программа сотрудничества с фондом. От того, заработает ли она, зависит и финансирование Украины Евросоюзом, и Всемирным банком. Официально чиновники пока ничего не подтверждают. Говорят, мол, переговоры еще идут. Возможно, не хотят пугать общество раньше времени. Но благодаря работе журналистов можно составить вполне ясное представление, что же все-таки обсуждается на переговорах. Главное – газ. Якобы в ближайшие недели цену для населения должны повысить на 23%. Так что этой зимой платить за отопление и горячую воду придется уже по новым тарифам. Причем важно, если цену на газ повысят аж на четверть, бюджетные расходы на субсидии существенно повышать Кабмин не готов. Дальше больше. Якобы с 1 мая следующего года кредиторы требуют увеличить стоимость газа до 80%. А вот уже с 1 января 2020 вообще хотят выйти на так называемый импортный паритет, когда цены для населения и промышленности должны стать одинаковыми. Вот для сравнения. Сейчас за газ люди платят около 7 тысяч гривен, а вот актуальные расценки для промышленности от «Нафтогаза» вдвое выше. Другие условия МВФ – очень строгий госбюджет на следующий год и ряд антикоррупционных мер. Без этого всего о траншах можно и не мечтать, а они очень нужны. Мы приближаемся к пику выплат по внешнему долгу. Сколько Украине придется вернуть в ближайшие годы, напомнит наша справка. Общая сумма украинского долга уже выше 70 миллиардов долларов. Это около 60% ВВП нашей страны. Для таких государств, как Германия или Япония, размер был бы не критическим. Но Украина просто не вытягивает уровень ежегодных выплат. Только до конца этого года нужно отдать больше 3 миллиардов долларов. А уже со следующего года на нас ожидает пик выплат. В 2019 году нужно отдать больше 5 миллиардов долларов. А в 2020 уже больше 6. Правительство еще в 2015 году договорилось с МВФ о программе сотрудничества на 17 миллиардов долларов, но смогло получить из этой суммы лишь половину – почти 9 миллиардов долларов. Условия кредиторов просто не выполнялись. Теперь фонд готов предоставить полную программу «Стендбай». Она и короче, и цели у нее другие. Ее вес в долларовом выражении может быть 5-6 миллиардов долларов. Если не получим, придется рассчитывать на резервы Национального банка, а их не так уже много – около 16 миллиардов долларов. Этот объем недостаточен для оплаты даже 3 месяцев импорта. На таком фоне любопытно взглянуть и на статистику выполнения госбюджета этого года. Минфин, конечно, успокаивает, мол, он выполняется на 99%, но вот в счетной палате оценивают ситуацию иначе. Говорят, на самом деле есть существенное невыполнение сметы. Якобы с начала года объем недопоступлений по общему фонду госбюджета уже больше 90 миллиардов гривен. Даже по плану заимствований недобор взяли меньше на треть от запланированного, то есть на 60 миллиардов гривен. И уже который год правительство не выполняет свои же расчеты по приватизации. Тут тоже дефицит на миллиарды гривен. Чем грозят все эти проблемы, и особенно в предвыборный период, тема для разговора с нашими гостями. Александра Решмедилова, политический эксперт, и Олег Устенко, экономист, президент Гарвардского клуба Украины. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Олег, да, объясните вы вначале, вот почему такое несоответствие по выполнению бюджета у Минфина и Счетной палаты? Кто из них, грубо говоря, врет? И если есть недовыполнение все-таки бюджета, могут ли его... Насколько серьезно не добрать и придется ли из-за этого урезать какие-то выплаты? Я бы вот что сказал. Они оперируют разными понятиями бюджетными. У нас ведь бюджет складывается, с одной стороны, то, что относится к государственному бюджету, а есть еще большее, когда вы включаете в государственный бюджет еще местные бюджеты, дефицит пенсионного фонда, который финансируется. И поэтому, если мы говорим в целом о публичных финансах Украины, то там ситуация крайне сложная, и там действительно идет недовыполнение, там большой дефицит. К слову сказать, прогнозированный дефицит в этот год должен был составить 3 миллиарда долларов. Скорее всего, он будет находиться у отметки около 4 миллиардов долларов. Понятно, что если есть дефицит государственных финансов, это все равно бюджет или финансов в данном случае, есть дефицит государственных финансов, его надо как-то перекрывать. Как ты его перекроешь, кроме как заимствований? У тебя есть еще возможность инфляции. Инфляция это не вариант для большей части развитых стран, надеюсь, что для нас тоже. Поэтому ты должен увеличивать заимствования. Заимствования увеличивать всегда плохо, потому что ты увеличиваешь так называемую долговую нагрузку. Вот уже в этом году мы тратим 5% нашего валового внутреннего продукта, то есть 1/20
десятую часть всего того, чего мы заработали в этом году, мы должны истратить просто на выплату процентов. Не тело кредита, а вот просто проценты отдавать. Но если есть дефицит, значит, ты его накапливаешь, и тебе надо больше занимать. Что, в общем, и пытается делать сейчас Минфин. Но проблема в том, что когда ты ненадежный заемщик, а Украина ненадежный заемщик... Особенно тебе с деньгами да, не приходят. И поэтому, если бы была возможность не работать с Международным валютным фондом, я вас просто уверяю, Украина давно бы хлопнула дверью, вышла бы на внешние рынки заимствования капитала и одалживала бы там сама. Но проблема в том, что Украине не дадут деньги дешевле, чем по 9%, а, скорее всего, отметка будет около 10%. 10% – это колоссальная величина, под которую ты должен тогда брать долги. Вот поэтому это и все равно требования фонда, подходим к тому, выполнять нужно. Да? И бюджет следующего года нужно все-таки писать практически про диктовку Международного валютного фонда. Теперь давайте вот о бюджете следующего года. Вам не кажется, что он будет слишком уж жестким, я бы даже сказал жестоким? Повышение уровня зарплат не предвидится особенного. Социальные стандарты тоже как-то о них мало вспоминают. Он действительно таким и будет? Или все-таки депутаты пойдут на... Ну, я предполагаю, тут есть много таких вот играющих групп. Понятно, что с точки зрения вот как бы правильной экономики, ты должен пытаться находиться и жить по карману. В реальности ты не можешь это сделать. У тебя есть огромное количество депутатов, у которых бушует популизм в голове. Кто больше предложит, кто как предложит, как можно какие-то фантастические пути найти деньги в доходную часть государственного бюджета. И дефицит будут пытаться расширить. С одной стороны. С другой стороны, есть Гройсман, который играет с Международным валютным фондом, а Международный валютный фонд говорит о том, что дефицит должен находиться в границах около, опять-таки, 3 миллиардов долларов, не больше дефицит. Это значит, что все равно надо занимать, все равно надо увеличивать долговую нагрузку, но вот 3 миллиарда не больше. И поэтому вот между ними будет проходить борьба. Но если не продолжить, на мой взгляд, если не продолжить сотрудничество с фондом, то откуда можно будет взять финансирование внешнее? Без внешнего финансирования, без закачки валюты в страну, все равно каким способом? Без закачки валюты в страну денег хватит на очень мало. 4 месяца подряд снижаются золотовалютные резервы Национального банка страны. Они находятся об этом писали в своем Фейсбуке. Они находятся на уровне 2 месяцев покрытия импорта. 3 месяца считается уже очень опасным сигналом. 2 месяца заставляет просто не просто нервничать, а паниковать кредиторов. Кредиторы все менее охотные будут в том, чтобы одалживать деньги. Поэтому фактически и выбора-то нету. Гройсман загнан в угол. Либо он продолжает сотрудничество с МВФ и как-то попытается накачать финансами экономику, либо тогда можно тянуть здесь до нужно, марта. Понимаете, Олег, здесь нужно учитывать то, что депутаты загнаны в другой угол, и нам это, я думаю, подтвердит Александра. Александра, вот вам не кажется, что Верховная Рада не проголосует в конечном итоге за вот такой жесткий вариант бюджета? Впереди предвыборный год. Кто из них захочет обижать своих избирателей? Я думаю, что наоборот как раз проголосуют, потому что иначе у нас вариантов немного, мы будем жить по действующему бюджету, да, который тоже не особо-то сильно там социально ориентированный. Он достаточно тоже был жестким. Вспоминайте баталии, когда принимался 2018 год, мы говорили приблизительно то же самое. Олег сказал о том, что Украина является очень таким ненадежным заемщиком. Это правда, потому что был свежий отчет МВФ. И по данным МВФ, Украина признана в октябре самой бедной страной Европы. Нас обогнала даже Молдова. Соответственно, ну кто даст денег, да, или в каких размерах, или под какие проценты. Понятно, что условия будут очень тяжелые, руки будут выкручивать. Это и продолжается, мы это наблюдаем. Но у депутатов тоже вариантов не особо много. Оставить государство без бюджета или оставить его, скажем так, между чтениями попытаться в бюджет как-то подкорректировать, но слишком долго готовят бюджет. И, в принципе, его немножко даже с опережением подготовили именно исходя из того, что идут переговорные процессы с МВФ. Поэтому под указку, под, скажем, диктовку пишется, согласно тому, что будет готов принять МВФ. Но это говорит о том, что социальный блок будет урезаться. Олег говорил о том, что 5% ВВП идет на погашение просто процентов, но еще 5% идет на силовой блок. И напомню, что не на армию, а именно на силовые структуры, в основном выстраивая полицейское государство. Соответственно, люди будут зажаты, будут в страхе, да, но при этом вот такими мерами будут приниматься непопулярные бюджеты. Ну, тут вопрос, насколько сильный будет этот страх. Вот вы как бы прокомментировали, вот к чему прогноз можете дать, к чему может привести реализация вот настолько жестких требований по газу? Смотрите. Не грозят ли нам, ну, грубо говоря, акции протеста?
акции протеста нам могут грозить. Но с другой стороны, посмотрите, что говорит «Нефтегаз». В вашем сюжете очень много тоже было уделено внимания. Они стараются, скажем так, даже в такой сложной ситуации найти для себя выгоду. Создаются три дочерние предприятия, ТОВКИ, так называемые, по газу, которые будут еще закладывать свою маржу для потребителей, для теплокоммунэнерго, для промышленности. И все это в целом будет позволять опять создавать некую, скажем так, прослойку финансовую. При этом совершенно не закладываются деньги на амортизацию системы. То есть, скажем так, «Нефтегаз» будет получать себе очередные, закладывать премии и себя не обижать любимых. А все остальные, теплокоммунэнерго, облгазы, все будут опять находиться в тяжелейшем состоянии. Ну и потребители, конечно же, в конечном счете пострадает все равно украинец. Он будет видеть безумные платежки, будет вынужден отдавать львиную часть своих доходов как раз на погашение тарифов. И это говорит о том, что тарифные, ну, не знаю, там, противостояния, недовольства могут повышаться. Но все равно, если посмотреть последние социологии, уровень недовольства или протестное настроение в обществе, кстати, невысоки. То есть взрывоопасность ситуации есть, но пока не критична. Спасибо за эти ответы. Вы знаете, что обидно? Как всегда, как только эксперты умные, и с ними интересно говорить, время для разговора пролетает незаметно. Мы его уже, к сожалению, выбрали практически все. Александра Речмеделова, политический эксперт, Олег Кустенко, президент Гарвардского клуба в Украине, были моими гостями. Мы продолжаем. Социологи из Центра София представили сегодня результаты исследования общественных настроений и электоральных, и в связи с войной на Донбассе. Давайте начнем с первого. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье при существующем политическом раскладе, то тройка лидеров выглядела бы следующим образом. На первом месте Юлия Тимошенко с результатом около 16%. На втором Петр Порошенко с результатом около 10%. Юрий Бойко почти 9%. А вот если бы расклад все-таки изменился и Юрий Бойко участвовал в выборах в качестве единого кандидата от оппозиции, его результат оказался бы выше 14%. И это второе место после Юлии Тимошенко с 15% голосов. Вот по военной тематике ответы опрошенных распределились следующим образом. Большинство, это свыше 60% людей, принявших участие в опросе, отвергают силовой вариант освобождения оккупированных территорий. Половина допускает возможность уступок на переговорах. Особенно большой поддержкой людей пользуется идея размещения миротворцев на всей оккупированной территории. Ее одобряют почти 65% участников опроса. Существенной можно назвать и поддержку минских договоренностей. Только 27% одобряют идею отказа от Минска. Так и не разъяснена серьезная политическая дискуссия и предвыборная дискуссия, связанная с новыми подходами к обеспечению мира и восстановлению социальной и территориальной целостности Украины. И еще весной большинство социологов и политологов подчеркивали, что тема мира является темой номер один в плане ожиданий и требований граждан. И от политических сил их кандидатов, естественно, ожидалась готовность и представление каких-то новых визий, подходов к тому, как, собственно, обеспечить мир. А вот мира на Донбассе нет. И эта неделя на фронте стала без преувеличения трагической. 10 октября погибли сразу трое украинских бойцов. Самой младшей из них, Олесе Баклановой, было всего 19. Миссия ОБСЕ за минувшую неделю насчитала 6500 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы на фронте не утихают ни на день. Наш военкор Руслан Смещук побывал в одной из самых горячих точек на Донбассе, в поселке Крымское. Как на линии огня живут люди, смотрите в его материале. До войны Крымское с окружающим миром соединяли три асфальтные дороги. Сейчас они простреливаются и закрыты для гражданского транспорта. А попасть в поселок можно по таким вот грунтовкам, которые появились уже после начала боевых действий и являются относительно безопасными. Относительно безопасной можно назвать и жизнь в самом поселке. Крымская постоянно фигурирует во фронтовых сводках как самая горячая точка на карте военного Донбасса. Поселок расположен вдоль Северского Донца и с трех сторон окружен линией фронта. До позиций боевиков тут всего пару километров, поэтому окраины Крымского изрыты воронками от снарядов и мин. Дом Василия Павловича как раз на окраине. На его дворе коллекция осколков, новых и старых. Последний раз прилетала на прошлой неделе. Это недавно, 5 октября. Вот это до дома долетело. Это маленькое. Вікно одне разбило. 5 шиферин. Нет, 4 шиферины.
И вікно розбило. Я потім вікно поставив. Это результат артобстрелов. А вот эту пулеметную пулю Василий Павлович нашел на огороде сегодня. Что в Крымском людей пугает в первую очередь и настороженность вызывает во всех? Это не когда стреляют, а когда прекращают стрелять. Когда наступает затишье, несколько дней, неделя, две, это психологически очень тяжело. Василий Павлович ведет нас на огород. Большинство жителей Крымского, их тут осталось несколько сотен человек, живут тем, что выращивают на таких вот приусадебных участках. Также помогает Красный Крест, ООН и волонтеры. Это нам Канада вроде дала, это Красный Крест дал, вот теплицы. Мы живем за счет этого. Ну, пенсия маленькая. Я не доробив два роки, мені не хватило, а хто мене пенсіонера возьме робить. С работой вообще в Крымском очень плохо. Сейчас в поселке два маленьких фермерских хозяйства, три магазина и школа, совмещенная с детсадом. Такие себе элементы довоенной нормальной жизни, особенно школа. Детей нету, что будет дальше? Ну что будет дальше? Умрет село, конечно. Дети ж это радость. Детей нету, все. Бабушки у нас выходят на улицу, смотрят, там сидят на лавочках, радуются. А вот идут детки, уже и бабушкам веселее. Школа в Крымском построена еще в царское время и 150 лет. С толстыми, как в крепости, стенами. А вот это уже нынешние военные элементы архитектуры. Все окна в школе усилены многослойными бронелистами. Вот эти панели, они бронированные, там находятся внутри бронированные пластины, которые будут защищать на случай обстрела. Просто у нас школа очень старая, и стены, вы видите, у нас метровые стены. И поэтому на случай обстрела мы размещаем детей или же в здании под окнами, или у нас есть еще такой коридор глухой без окон. Если стреляют громко, то я не ходил в школу. А если не стреляют, то я ходил в школу. Тут учатся всего 36 детей, во многих классах по два, а то и по одному ученику. Многие учителя сами не намного старше школьников пришли работать сразу после университета. Я фронтовой учитель, я начала работать только когда началась война, поэтому как работать при нормальных условиях, в принципе, я никогда в школе не работала. Здесь отличаются не только условия, но и предметы. Кроме всех привычных, геометрии и биологии, преподают детям и уроки, продиктованные войной, технику выживания. Например, как спрятаться от обстрела. Они у нас знают, как себя вести во время обстрелов, что делать, как себя вести, если начался обстрел и, не дай бог, на улице тебя захватил. В этом году по поселку стреляют меньше, да и то в основном по окраинам. А это с детской непосредственностью, говорят школьники, нормально. Учиться можно. Автобус наш, конечно, разбитый был до основания. Осталось одно заднее правое стекло. Ну, восстановил, обещают дать новый. Мы и этим довольны. Школьный автобус – еще одна мера предосторожности. Тут, в Крымском, стараются, чтобы дети не ходили по улице сами. Да и водитель уникальный. В 59 Сергей ушел на фронт. До этого год боролся с военкоматами, чтобы взяли в армию. Там из-за возраста не хотели. Ну, в случае чего, автобус никуда не уезжает. Целый день, пока занятия не закончатся, я здесь. Разбитые дома, обстрелы, воронки в земле, снаряды во дворах и на улице. Жуткая военная картинка, которую большинство людей в мирной Украине видели разве что в кино. Тут это хоть и страшная, но привычная повседневность. Да. Это в порядке вещей. Это далеко, это сейчас может ближе. Это вроде оттуда ближе. Из Крымского. Руслан Смещук, Богдан Саврудский, Игорь Щепет. Подробности недели. Телеканал Интер. Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Это целый комплекс решений, принятые они в ответ на агрессивные действия России в этом регионе. Поручения даны Кабмину, СНБО, Министерству иностранных дел. Общая цель – вернуть законный порядок в акваторию Черного и Азовского морей, а также в Керченский пролив.
Десятки разрушенных прибрежных городков и поселков, сотни тысяч домов без электричества. Соединенные Штаты давно не видели такой стихии, как в эти дни. Ураган Майкл уже нанес Флориде такой ущерб, что его называют одним из самых сильных в истории. Скорость ветра больше 200 км в час. Полностью уничтожена даже база американских военно-воздушных сил. По информации New York Times, именно на этой авиабазе размещалась большая группировка истребителей F-22. 55 самолетов, каждой ценой в 300 миллионов долларов. Военные говорят, база выглядит так, будто ее разбомбили, и ураган пока не стихает. Жизнь многих людей навсегда изменилась. Многие семьи потеряли все, что у них есть. Дома разрушены, хозяйства уничтожены. Шторм на своем пути разрушил дороги и инфраструктуру. Этот ураган – абсолютный монстр. Мы еще не до конца понимаем, какие разрушения он причинил. Топливная лихорадка. Насколько еще поднимется цена на бензин и смогут ли ее понизить акции протеста водителей? Инфекционная лотерея. Кто контролирует работу мест общественного питания и почему отравления людей становятся массовыми? Защита штрафами от кулаков. Удастся ли решить проблему травли в школах финансовым наказанием родителей? Вы смотрите «Подробности недели». Мы продолжаем работу в прямом эфире. И начинаем с правил дорожного движения. С новых, а точнее хорошо забытых, старых методов контроля. В Украине, наконец-то, уже в обозримом будущем обещают ввести систему автоматической видеофиксации. Как в Европе, с тысячами камер на дорогах и письмами счастья нарушителям. А пока на украинские трассы вернули трукамы, ручные камеры. Что теперь ждет водителей и готовы ли они ездить по правилам, а не за взятки сквозь лазейки в законах, наша Елена Зорина проверила ситуацию на украинских дорогах. Езда под лазерным прицелом. Белый автомобиль на фарах. Средний ряд. Куда вы так поспешали? На навчание. Уже с этой недели. Гроза всех украинских водителей. Американский трукам снова на дорогах страны. Прибор, который измеряет скорость автомобиля и дисциплинирует любителей быстрой езды. По крайней мере, на это надеются в полиции. Но как на самом деле будет на практике? Камеры повсюду. На светофорах, мостах, оживленных перекрестках. В Киеве порядка 300 штук. Они расположены над разными полосами, над разными направлениями движения. На одной почтовой площади камеру штук 10. Ну, они работают в режиме наблюдения. Автоматическая видеофиксация, которую так долго обещали в Украине и которая уже давно есть в Европе и Америке, теперь у нас законодательно разрешена. Осталось запустить. Но пока момент оттягивают, решили начать с малого. Камер в руках полицейских. Ми натискаємо на гачок. На екрані можете побачити хрестик, який показує швидкість, якого автомобіля вимірюється. А також побачите цифри, кілометри на годину. На дану карту здійснюється фіксація, відеозапис і всіх правопорушень, що ми здійснили за зміну. І що далі з нею відбувається? А далі цю флеш-карту ми віддаємо в управління, де всі відеозаписи скидуються на комп'ютер. Пылившиеся 4 года трукамы достали и снова пустили в работу. Полицейские официально открыли охоту на нарушителей. Хочешь погонять, тебя зафиксируют. 65 км на годину – это уже будет перевищением скорости в населенном пункте, за которое будет наступать административная ответственность. А на трассе близко 100 км на годину. На трассах и в городе, где часто случаются аварии, места для приборов измерения определены стационарные и вот такие ручные. За 3 години мы зафиксировали 125 порушень, перевищення до 50 км на годину. Відповідальність буде 255 гривень. За перевищення швидкості більше 50 км на годину, тобто якщо водій рухатиметься зі швидкістю більше 100 км на годину, відповідальність у вигляді 510 гривень штрафу. Водители от такой инновации, мягко говоря, не в восторге, хотя соглашаются, контроль нужен. Другое дело, как его будут осуществлять. Очень много аварий,
Я думаю, что это правильное решение. В городе нужно ездить не больше 60, я так думаю. Будут брать деньги, все остальное будет. Вернемся к тому, от чего уходили. Весь город станет. Я думаю, они уже побоятся из кустов где-то вылазить. Спидометр занижен как минимум километров. То, что в машине показывает, это неправильно. Там километров 7-8, машина на самом деле меньше ездит. Измерители лучше предшественников, убеждают полицейские, погрешность минимальная, а вот добивают далеко, на 1200 метров. Газелька в крайне левой. Ваша швидкість являється 77 кілометрів на годину, що є перевищенням. Сьогодні ми вам здійснюємо попередження. Но пока их 25 на всю страну, хотя должно быть почти 200. Это не решит задачу снижения скорости. А если мы не решим задачу снижения скорости, не там стояли, не так стояли, не под тем знаком стояли, у вас не были включены. Ну, то есть кучу бутылок находить, чтобы, значит, чтобы не платить штраф. И хотя в МВД убеждают, приборы сертифицированы, результат, так сказать, налицо, юристы потирают руки. У нас определено измерение скорости в автоматическом режиме. В данном случае это, ну, можно сказать, вручном. В судах говорят, опротестовать подобные нарушения хоть и сложно, но возможно. Если есть какие-то возможные доказательства, что скорость его в момент ее измерения была другая, к примеру, это видеорегистратор, который также показывает скорость движения, тогда возникают сомнения в действительности, правдивости этих показаний Трукама, и есть тогда вот с чем идти в суд. Не через суды, так другим путем. Украинцы, говорят эксперты, платить штрафы не приучены. К примеру, только половина тех, кого наказали за неправильную парковку в столице, раскаялись и заплатили. Могут появиться решалы, которые за определенную сумму смогут удалять эту информацию из базы, и вы просто не будете нарушителем. За какую-то сумму, процентов там 20, 30, 40 от штрафа будут решать эти вопросы. И так уже было, говорит Сергей. Он водитель с почти 30-летним стажем. Знает, как ездят и штрафуют в Европе. Там не отвертишься. А в Украине в письма счастья, которые приходили несколько лет назад, он особо не вчитывался. У нас был лепший друг, товарищ, он работал адвокатом. Мы собирали все эти письма. Слава богу, их не так много было. Отдавали ему, что с ними было дальше, никто никому не известно. То есть, я так понимаю, решением суда эти штрафы аннулировались, но штрафов ни я, ни мои товарищи, никто ни одного штрафа не заплатил. Новые письма счастья украинцы могут получать уже через полгода. А вот со следующей недели водителей гонщиков начнут штрафовать. Наготове у полицейских и терминала. Платить можно будет на месте и в течение 2 недель. Кто не успеет, заплатит вдвое больше. Некоторые водители уже начали задумываться о том, чтобы покупать специальные антирадары. Возможно, появится новый бизнес продажи вот этих радаров и антирадаров. Не нарушать или искать лазейки? И как поведут себя люди в погонах, получив такие полномочия? Пока сказать сложно. Как и то, когда в Украине на дорогах будет так же безопасно, как в Европе. С момента фиксации нарушения до момента получения квитанции на оплату штрафа, вот в этой цепочке не должно быть человека. И кто бы ни был, то ли ты депутат, то ли ты президент, то ли ты обычный человек, да, если ты нарушил правила, ты должен заплатить штраф. В планах 4000 камер по всей стране, на важных улицах и перекрестках. Почти 1 000 000 000 гривен предусмотрен на автоматическую видеофиксацию уже в этом году. И половину денег от предстоящих штрафов в МВД предлагают также направлять на развитие этой сети. Хотя водители уже сейчас уверены, гайки закрутят ненадолго. Или не для всех. Подождите, депутаты начнут ездить? И к ним начнут приходить письма счастья. Я думаю, их ненадолго хватит. Елена Зурина, Марианна Бурякова, Сергей Килимник, Виталий Коваленко и Сергей Еременко. Подробности недели. Телеканал Интер.
А теперь самый болезненный вопрос для украинских водителей – цена бензина. Вслед за нефтью на мировом рынке скачут цены и на заправках. Но вот в чем фокус. Если вдруг нефть дешевеет, владельцы заправок все равно не спешат возвращать цену на свой товар на прежний уровень. На этой неделе некоторые автовладельцы даже попробовали повлиять на это с помощью акции протеста. На несколько часов остановили движение на дорогах украинских городов. Обещают повторить такие же акции, если цена бензина не станет скромнее. А вот насколько реалистично вообще пытаться влиять на цены вот такими акциями протеста? И что вообще делать со скачками цен в нашей стране? Давайте это обсудим. На связи с нашей студией Оксана Продан, независимый экономист и член парламентского комитета по налоговой и таможенной политике. И Тарас Загородний, политический эксперт, который может позволить себе откровенные оценки. Здравствуйте. Тарас, начнем с вас. Вот как вы оцениваете эту акцию водителей, которые протестами попытались повлиять на уровень цен на бензин? Вообще, это было разумно? Будь-який протест, він, в принципі, може бути почутим, але в даному випадку я не вірю, що це може вплинути на ціни на бензин. Ну вот вы обратили внимание, что большинство участников вот этих акций протеста – это евробляхеры. Не является ли это репетицией, например, какого-то политпроекта? Вот я к чему веду. Если эти люди научатся грамотному взаимодействию, их протестный потенциал, он ведь станет очень высоким, возможно, востребованным кем-то. Звичайно, він буде, тому що, в принципі, євробляхери показали і до цього, що вони можуть проводити організовані акції. А враховуючи кількість цих людей в нашій країні, вже більше мільйона, ну, просто порахувати цього достатньо, щоб, якщо якась політична сила візьме всі ці голоси, вона може пройти в парламент, це приблизно буде 5-6%, і вони можуть потрапити до парламенту. Або бути використані іншими політичними силами в політичній боротьбі. Тому я не виключаю, що це теж була частина репетиції для того, щоб показати свою значущість і можливість в майбутніх президентських та парламентських виборах. Понятно. Оксана, вопрос вам. Скажите, что происходит с ценами в Украине? Опросы показывают, что это все-таки на сегодняшний день проблема номер один для населения. Да? Вот есть какие-то инструменты у государства, чтобы понизить цены на заправках в первую очередь? Мы об этом сейчас говорим. Но я бы говорила о ценах в нескольких частях. То есть одна часть – это нефть, о которой все говорят, она растет, и мы на нее не влияем. Но есть другая часть. Это часть, которая состоит из курса евро, потому что в основном это курс доллара, курс евро. И когда у нас гривна падает, у нас, соответственно, растет стоимость. Это одна часть. Есть другая часть – это часть внутренняя, опять же, следующая. Это акциз, он в евро тоже. То есть сегодня, например, 7 гривен в цене бензина – это только акциз на этот бензин при импорте. Если бы он был привязан к гривне или если бы он был ниже, то, соответственно, была бы ниже и цена. Есть другая еще часть, которая касается абсолютно всех товаров в Украине, импортных в первую очередь, и украинского производства – это коррупционный налог. То есть если при импорте или при производстве ты не можешь без уплаты той или иной мзды или того или иного, той или иной взятки оформить товар, то ты закладываешь, это бизнес, он закладывает эти риски, коррупционный этот налог в стоимость товара. Поэтому что может делать государство? Кроме этих вещей еще нормально работать антимонопольный комитет. Потому что, как вы говорили в начале, когда цена топлива, когда цена нефти в мире падала, в Украине цена топлива почему-то не падала. Не работал антимонопольный комитет. Он не заставлял импортеров, большие сети, снижать цену в связи с снижением нефти. То есть есть вещи. Это коррупция, которая является частью цены. Это общая экономическая ситуация. Рост доллара, евро, падение гривны. И это налоги, которые сегодня забиты в евро, хотя в Украине они должны были бы быть в гривне. И тогда бы, опять же, стоимость топлива не росла бы в зависимости от падения гривны. Оксана, давайте вернемся к теме евробляхеров. Когда, наконец, решат эту проблему? И вот где застопорилась эта проблема? В Кабмине или в Верховной Раде? Как вы считаете?
На сегодняшний момент проект ко второму чтению готовится в парламенте, в Верховном Совете, он в нашем комитете находится. И я точно понимаю, что сегодня все решения зависят от решения парламента. Поэтому только в парламенте сейчас можно решить этот вопрос. Ну а каким решением, это, каким может быть это решение, Оксана? Ну, есть два законопроекта, вместе между собой связаны. Один снижает общий акциз для всех абсолютно импортеров транспортных средств, и для новых, и для старых, и для очень старых, с коэффициентом возраста. Сегодня вот машины, собственники или пользователи машин на евро-номерах выступают против этого, этой формулировки. Почему? Потому что, когда используется коэффициент, тот, который есть в первом чтении, для них на самом деле этот акциз, по сути, и не снижает. Просто есть, появляется возможность импорта для старых автомобилей, но стоимость этого ввезения, оформления ниже, чем раньше, не будет. И есть второй законопроект, который предусматривает жесткую ответственность за нерастаможку, жесткую ответственность за то, что пользуешься транзитом или временным ввозом. Вот этих два законопроекта сегодня и представители людей, которые ездят на евро-номерах, это разные организации абсолютно, это не одна организация, как сегодня пытаются декларировать, они в комитете у нас в парламенте пытаются найти то решение, которое бы устроило с одной стороны людей, которые уже сегодня ввезли машины, с другой стороны государство, которое хочет максимально получить с этих людей денег, и что очень важно, вопрос всех людей, которые завтра будут покупать автомобили, потому что на самом деле это решение, которое сегодня нарабатывается в парламенте, оно должно касаться абсолютно всех людей, и тех, которые ездят сегодня на евро-номерах, и тех, которые ездят на Украине, но завтра будут покупать новую машину. Понятно. Ну что ж, посмотрим, как долго будем ждать решения этой проблемы, каким оно будет с учетом предстоящих выборов. Тарас, к вам обращаюсь. Сегодня появились сообщения о том, что МВФ признал Украину беднейшей страной Европы. Мы уже, оказывается, и в Молдове проигрываем, там экономическая ситуация лучше. Вот вы как можете прокомментировать эту новость и как долго еще, по-вашему, может продолжаться такое состояние украинской экономики? Ну, я всегда скептически относился к сотрудничеству с МВФ, и многие страны как раз вот этим и заканчивали, что люди в основной массе своей беднели, а верхушка как богатела, так и оставалась, как была богата, так и оставалась богатой. Поэтому в данном случае, ну, именно поэтому, наверное, МВФ требует еще поднять цены на газ, чтобы люди стали еще беднее. В действительности, конечно, статистика удручает, поскольку темпы роста украинской экономики достаточно низки. Хотя, конечно, они сейчас составляют приблизительно 3,5 в этом году будет, что, если брать во внимание, что мы находимся в состоянии войны, тоже неплохо, но темпы роста должны быть выше. Для этого нужно в том числе меньше слушать МВФ и то, что они рассказывают про то, что нужно открывать рынки, не защищать собственного производителя, не локализировать производство и уничтожать промышленность и играть в так называемую аграрную сверхдержаву. Тогда чем больше правительство, тем больше наши чиновники будут думать в первую очередь про развитие обрабатывающей промышленности, промышленности в стране, тем будет лучше и для нашей экономики. Ну что ж, ваше мнение понятно. Спасибо за эти ответы. Оксана Продан, Тарас Загородний были на связи со студией нашей программы. Израиль следит за новостями с антикоррупционного фронта. В центре внимания жена премьера Беньямина Нетаньяху, Сара. На этой неделе начался суд, который должен установить, виновна ли Сара Нетаньяху в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По меркам украинских чиновников это звучит смешно. Ее обвиняют в нарушениях всего лишь на десятки тысяч долларов. Но по израильским меркам всем не до шуток. Не лучшая ситуация и у самого премьер-министра Израиля. Его допрашивали уже 12 раз в рамках его собственных дел о коррупции. Реально ли, что вот такие обвинения против высокопоставленных чиновников следователи доведут до конца? Разбирался Сергей Услендер. У резиденции израильского премьера демонстрация. Собравшиеся держат плакаты с надписью «Crime Minister», то есть «Министр-преступник». Хотя называть Нетаньяху преступником пока рановато. До суда не дошло еще ни одно из четырех дел, в которых фигурирует его имя. Но сам факт этих расследований уже вызвал в стране настоящую бурю.
В Израиле не просто отрицательно, скорее крайне болезненно относятся к любым проявлениям коррупции среди должностных лиц. Самый хрестоматийный пример тут, пожалуй, история Эхуда Ольмерта, бывшего премьер-министра, который за взятку получил 6 лет тюрьмы. Отсидел, правда, меньше двух. В разное время по разным похожим обвинениям за решеткой оказывались министры и депутаты, мэры городов и главы государственных корпораций. Если сформулировать коротко, неприкасаемых тут нет. Какой бы пост ни занимал чиновник, насколько хорошими связями бы ни обладал, как только выявляется факт коррупции, в него мертвой хваткой сперва вцепляется пресса, а затем подключаются полиция и прокуратура. Сильнейшая общественная обструкция и конец карьеры чиновника. Вот что ждет взяточника. В Израиле это очень, как сказать, болезненная ситуация, когда кто-то из высокопоставленных чиновников или даже министров нарушает правила поведения. Это правила поведения, это даже не столько закон, сколько этический код. Он существовал в Израиле и был очень развит. На примере того же Нетаньяху хорошо виден этот самый этический код. Первое уголовное дело было возбуждено по факту получения премьером дорогих подарков от известного голливудского продюсера Мильчина. Сигары, коллекционный алкоголь, украшения для жены. Они давние друзья с Нетаньяху. И все бы ничего, но у Мильчина обнаружились в Израиле серьезные бизнес-интересы. И этим делом сразу заинтересовалась прокуратура. Премьер-министр говорит, что это были просто подарки, они не были связаны с исполнением обязанностей как госслужащего. А полиция считает, что подарки в таком объеме просто так не дают. И это уже достаточное подозрение для того, чтобы считать это взяткой. Впрочем, взятка это можно считать, если обвинение докажет, что в обмен на презенты Нетаньяху оказал Мильчину какие-то услуги. В противном случае это другая статья – обман общественного доверия. Преступление скорее морального характера, но политику вполне может стоить карьеры. А она у Нетаньяху в самом разгаре. Он уже 9 лет премьер и собирается выиграть следующие выборы. И тут очень не кстати начался еще один процесс уже против супруги Бениамина Нетаньяху – Сары. Саре Нетаньяху, супруги главы правительства, инкриминируют растраты в районе около 100 тысяч долларов того бюджета, который был выделен государством на, собственно, резиденцию главы правительства, на то, чтобы они там жили, принимали людей и так далее. Якобы Сара тратила бюджетные деньги на дорогих шеф-поваров, изысканные напитки и еду. Если ее признают виновной, она может попасть в тюрьму на 5 лет. Сейчас защита жены премьера и обвинения ведут переговоры о досудебной сделке. А журналисты вовсю смакуют подробности скандала. Кстати, о медиа. Тут можно вспомнить еще одно дело Нетаньяху. Крупная компания, владеющая самым серьезным интернет-порталом в Израиле, получила налоговые льготы в обмен на положительное освещение деятельности главы правительства. К покушениям на свободу слова в Израиле тоже относятся очень негативно. Попытка контролировать СМИ, которая, опять же, не вписывается в демократический строй и в то, как мы себе представляем нашу страну, как можно больше СМИ, которые были бы подвластны лично ему и его людям, попытка зачистить СМИ от независимых журналистов, но я бы сказала, да, как бы это одна из самых проблематичных сторон его правления. В Израиле уже давно существует общественное движение за чистоту власти, в которое входят юристы и журналисты. Десятки чиновников отправились за решетку именно благодаря деятельности этой организации. Самый красноречивый пример того, к чему приводит коррупция, случай с премьером Ицхаком Рабиным. У его жены журналисты нашли незадекларированный счет за границей, на котором было $400. Это стоило Рабину, одному из самых ярких государственных деятелей премьерского кресла. Сергей Услендер, подробности недели, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Еще одной статьей в уголовном или административном кодексе может стать больше. В Украине хотят привлекать к ответственности за буллинг, то есть за травлю детей в школах. Наказывать планируют штрафами родителей агрессоров или бездеятельных педагогов. Соответствующий законопроект уже подали в парламент. А все потому, что уровень детской агрессии в Украине значительно вырос. Только вдумайтесь, 8 из 10 школьников становятся жертвами буллинга. О недетских проблемах и взрослых решениях Евгения Коваленко. Без всяких правил, с детской жестокостью и недетским цинизмом они калечат своих сверстников. И хвастаются этим в интернете. Отбитая селезенка, сломанная рука, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. 8-летний Давид до сих пор борется за жизнь. После общения с одноклассниками. Они подкараулили его на перемене и избили. А после уроков столкнулись с конструкцией на детской площадке. Мальчик едва дошел к маме на работу и сразу потерял сознание. Очнулся в больнице. Он сказал: «Мамочка, я не сам, меня штовхнули». А в школе, каже, что у его...
каже, закрутили руки і кидали на підлогу на перерві. Один стоїть, ну, дивиться, щоб ніхто не бачив. Один тримає, а один б'є. Почти неделю ребенок находился в реанимации. После операции были осложнения. Сейчас Давида уже перевели в обычную палату. Мама пытается не вспоминать о случившемся, чтобы не травмировать сына. Уже не первый раз он приходил со школы с синяками и рваной одежде. Портфель порванный. И вот за каким-то ухом, по-моему, за отцом. Каже, шишка, дивись. И запечена кровь вот так на вусі. Вот тут. Видно, что и заплаканный він був. Проблемы у Давида начались еще в первом классе. Мальчик признался, что у него нет друзей в школе, его обижают. Но тогда взрослые и подумать не могли, что детская проблема может быть настолько серьезной. До первого избиения. Я пішла до вчителя, просила її, будь ласка, кажу, ви бачите, що це, що воно буде проблемою і у вас, і в нас. Давайте рішіть, ідіть до психологів, ідіть вирішуйте. Ну це ж уже гуля, це ж уже дійшло до того, що це ж капець. А всі, говорю, високі, вбили б і все. Я все вирішу. От через дві неділі ми все вирішили, що чуть не вбили. Казав, я не хочу в школу ходить, я не хочу в клас заходить. Я его заводила прямо в клас, доводила аж до парти. Как только Давид поправится, его переведут в другой класс, а на школу мама собирается подавать в суд. У мене дуже великі претензії і до вчительки, яка не робила нічого, вона бачила цю проблему. Вот только на камеру класний руководитель Давида заявила, що всі конфлікти в школі рішались. Конфліктні ситуації між дітьми бували. Провокатором цих конфліктних ситуацій часто був і Давид. Були проведені бесіди з батьками дітей, з дітьми, і проведені індивідуальні бесіди, і крім того, групові заняття в класі. В школі намагаються замяти діло Давида, утверджують, що він якоби сам упав. Но після случившегося інші однокласники теж почали признаватися батькам, що над ними здіваються. Дитяча горячая линия, слухаю вас. Это детская горячая линия. Именно сюда обращаются пострадавшие от травли или, как сейчас говорят, буллинга. Все консультации бесплатные и, конечно, анонимные. Звонки почти каждую минуту. Вот испуганным голосом маленькая девочка жалуется, что ее не взлюбили в новом классе. Вона говорить, що в неї таке прізвище специфічне. Тобто діти починали спочатку ображати її прізвище, коли вона не витримувала, розплакалася. Це почало переходити в те, що почалися штовханини, псування її особистих речей. Розказати родителям дівчинка боїться, думає, не поймуть. Но понимание і підтримка – це іменно то, що так нужно дітям. Дитина телефонує просто через те, що, наприклад, там вона або з підбитим оком, або з вирваним пасмом волосся, або реально з вибитим зубом. І от просто через те, що вона не знає, куди звернутися. І дуже страшно чути, коли дитина каже, я зверталася за допомогою до батьків, але батьки сказали там, от в мене проблеми там на роботі, а що там твої проблеми з однокласниками? Із-за відсутствия підтримки у дітей даже возникають мислі о самоубійстві. 25% дітей, які самі наклали на себе руки, якраз були жертвами булінгу. Коли там дитину принижують, коли там їй можуть влаштувати бойкот, починають там бити і з ніг піднімати, і за волосся, там виривати волосся, і там підніжки різноманітні. Проявлення дитячої жорстокості були во всі времена завжди, но сейчас булінг став младше, ізощреннее і масовіє. Тільки в этом году волонтери прийняли більше 7000 дзвінків від пострадавших. Каждое утро по ходу школы для нее был пыткой. Она шла по школьному коридору и даже не представляла, какие еще издевательства могут придумать одноклассники. Поломали мне дуже мій любимий блокнот. Ручки, олівці, вони вивалили увесь мій портфель. Усі книги були розбросані, закидані в шафах інших учнів. Вони просто матом мене покривали. А еще толкали и угрожали. И это 9-летние школьники. Обидчики настроили против Ксюши детей из-за того, что она единственная заступилась за одноклассницу. И все могло бы закончиться драматичнее, если бы вовремя не вмешалась мама. І спершу я говорила, що треба все мирним шляхом вирішувати. А потім вже я дійшла до думки, що треба один раз дати здачі, так щоб всі зрозуміли і більше не чіпали. Но до этого не дошло. Мама с дочкой пошли к психологу и сменили школу. Сейчас у Ксюши нет проблем с одноклассниками. У нее много друзей, и о тех страшных временах девочка больше не вспоминает.
Но далеко не все истории с жертвами травли заканчиваются так благополучно. Проблема детской жестокости стала настолько критичной, что ее подняли на национальном уровне. Когда начали опитывать детей, то выявилось, что 67% учнів мають відношення до булінгу. Із цих 67% 25%, тобто кожна четверта дитина, яка була опитана, це жертва булінгу. За травлю в школах хочуть наказувати і учителів, і родителів. Їх будуть штрафувати. Суми вже відомі – до 3,5 тисяч гривень. Но механізму ще нет. Да і одними штрафами з цією проблемою справитися невозможно. Главную роль тут должны играть все же родители. Научите своих детей позитивно самоутверждаться. Научите их построить дома будку для собаки. Сделать что-нибудь хорошее. Научить этого ребенка, что если там он поможет какому-то другому стоящему этого ребенку, то от этого он создаст что-то хорошее. Научить сочувствию и вовремя услышать ребенка. Ведь от этих маленьких усилий взрослых зависит решение больших детских проблем. Евгения Коваленко, Станислав Кухарчук, Ксения Барвиненко, Оксана Малашенкова, Иван Ермаков и Геннадий Аникеенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Массовое отравление в Хмельницкой области. 60 пострадавших. Среди них большинство – маленькие дети. ЧП случилось в детсаду города Нетишин. Возбудитель – сальмонелла. И подобные новости появляются с незавидной регулярностью. В Украине эпидемия массовых отравлений. Школы, детские сады, уличные фастфуды и кафе. Попасть в больницу после перекуса может любой. Почему обед у нас стал лотереей? Фируза Бигматова решила изучить кухню гастробизнеса изнутри. И для этого даже открыла виртуальный ресторан с вполне реальным персоналом. О неприглядных реалиях украинского общепита смотрите далее. Мы решили открыть ресторан. Да, здравствуйте. Присаживайтесь. И набрать к себе в команду поваров. Наше государство мы кормили и приезжали спикера скандинавских стран. Они расскажут о хитростях. Нужно будет ответить на вопросы, как сэкономить. И поделятся опытом. Эти тараканы сыпались с потолка просто. Говорит, ты открываешь микроволновку, там их 10. Захожу, этот стол этого хлеба за тараканами не было видно. Цель нашего эксперимента – показать невкусную сторону украинского общепита. На что идут рестораторы выгоды ради? И на что закрывают глаза из-за лени? Результат – тысячи отравлений. Тараканы, крысы и антисанитария – гастрономическая реальность многих ресторанов, украинских и не только. Мы отправились в заведение на главной площади Брюсселя. Менеджер признается, у них на кухне тоже бывает всякое. Потому что здесь, в центре, все дома очень старые, деревянные, и понятно, что мыши есть. Такова реальность. Также объясняют проблему и в Киеве. Такое есть, это нереально, потому что мы находимся в общежитии. Вот только в Бельгии владельцев ресторанов и бистро к чистоте приучают с помощью проверок. Хозяева и за отсутствием паразитов следят и общую чистоту контролируют. Ревизии регулярные, но для персонала всегда неожиданные. Но даже если инспектор увидит мышь, штрафа можно избежать. Должна быть компания, которая их выводит. Нужно показать контракт, в котором указано, что они приезжают, например, каждую неделю. Подобные договоры должны быть у владельцев гастробизнеса и в Украине. Вот наличие бумажного договора у нас не всегда свидетельствует о реальных действиях владельца. Договора есть? Договор есть. У вас есть шкідники. Все потому, что контроль условный. Мы обмежены. Да и наказание за нарушение не страшное. К примеру, сумма штрафа в Бельгии стартует от 200 евро и достигает 40 тысяч. В Украине гуманнее. Коливается от 8 тысяч гривен до 200 тысяч гривен. Но выписывать штрафы в Европе не спешат. Если ресторатор попался впервые, его могут отправить на тренинг по безопасности пищи. В Украине отправляют на работу над ошибками. Как відповідальний собі господарювання, все виконано. Но почему тогда у нас люди жалуются на антисанитарию и массово попадают в больницы с отравлениями? Так, заходим. Ну, на первый взгляд вроде бы так все чистенько, убрано. Это Евгений, специалист по дезинсекции. Попросту говоря, человек, который уничтожает паразитов. Мы его привели в одну из типичных столовок на предприятии. Все реально чисто. Все очень чисто. Вопросов нет.
Но он знает места, которые покажут реальную картину. Ну вот, где-то вот отсюда мы можем и начинать. Первое – умывальник. То есть вот эти вот места, где они перемещаются. Им нужна влага. А еще они очень любят хлебные места. Вот он, таракан. Живой, настоящий. Самое первое место, где можно подходить и смотреть. Это двигатель. Двигатели всегда в холодильнике тепло. Есть вода для того, чтобы они жили здесь. Еще моменты. Через вентиляцию могут тараканы попадать в помещение. Резетки. Они еще очень любят жить в резетках внутри. То есть так вроде бы ничего не видно, все хорошо, раскрутил резетку, они там сидят. Но самое страшное, что тараканы могут быть причиной отравлений. Тараканы адаптируются. Адаптируются к тем ядам, которые сейчас есть у нас на рынке. Раз в полгода ты меняешь препарат. А чтобы их вывести, нужна профессиональная помощь. И, конечно, желание владельца общепита. В этой столовой, похоже, с тараканами мирно уживаются уже давно, хотя проверка тут явно не помешала бы. Впрочем, сами работники ресторанов, которые пришли к нам на экспериментальное собеседование, говорят, инспекции очень часто фиктивны. Были когда-то, когда вы были поваром, проверки от госслужб каких-то? Государственных служб? В принципе, да, была. До меня она сильно не доходила. Почему не доходила? Они просто договаривались как-то с руководством? До кухни они не успевали доходить. Ну, такое, да. Хоп, увидели все, спохватились, накинулись на них, как мухи, быстренько раз-раз-раз, посчитали и все. Рассчитались, и все прошло. Рецепт дружбы с ревизорами за деньги, хорошо знаком украинским рестораторам, у бельгийцев не проходит. Порешать нельзя, потому что вы имеете дело с госструктурой. В Бельгии невозможно найти решение с помощью денег, когда речь идет о госоргане. Если что-то не так, нужно исправить ситуацию. Почему? Потому что это ментальность бельгийцев. Честность и чистота в ведении бизнеса, похоже, это тот ингредиент, которого не хватает в украинском меню. Ведь порешать все через кума и добавить немного купленной липы – традиционное блюдо украинской бизнес-кухни. С санитарными книжками? Санитарные книжки в основном в ресторанах покупаются. Все очень просто. Ты взял 150 гривен, дал то ли директору, то ли администратору, тебе подарили эту книжку. Санитарные книжки давно превратились в настоящую фикцию. А значит, обед в ресторане повар может вам приправить палочкой Коха. Но в этом году проблемой липовых справок наконец-то занялись. И с сентября даже ввели систему электронной базы медосмотров, которая должна сделать невозможной подделку справок. Но изменилось ли что-то сейчас? Звоню по одному из десятков объявлений в интернете. Мы набираем новый персонал поваров. Хотели бы взять им заказать книжки. Да, сколько надо? Ну, штук 12, это точно? Да, 120. Хорошо, а по поводу печати, там все есть, если вдруг будет проверка? Да, это будет за стандартной больницей, банк будет с голограммой и зарегистрирован на компьютерной базе. Похоже, эффективный бизнес на справках у нас пока процветает. Ведь если есть спрос, есть предложение, а значит и массовые отравления неизбежны, пока в украинском общепите будут подавать винегрет из липы, денег и халатности. Фируза Бегматова, Елена Абрамович, Евгений Каминский, Сергей Коваль. Подробности недели, телеканал Интер. Преступная халатность, помноженная на жадность. Это то, что повсеместно сейчас происходит в Карпатах. Уникальные леса массово пускают под топор, прикрываясь при этом санитарными вырубками. И несмотря на мораторий, контрабандой отправляют в Европу эшелоны ценной украинской древесины. Масштабы незаконных вырубок поражают, горные склоны лысеют. Ирина Баглай спустя год снова отправилась в Карпаты с ревизией. Вот рубали. Вырубали 50 гектаров, чи скільки. А зимой еще он вырубали, еще здоровый лес вырубали. Там горстка лишилась, что изменилось. Как рубали, так и рубают. Тут рубают, а за цього року вообще все зрубали. Тут в Свичевском лесничестве росли столетние ели. Сегодня сплошные пеньки. Рубят тут под видом санитарной чистки. Очень масштабно и очень цинично. Вот, бачите, один пень, другий, третий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І ще під цим хмизом теж купа пнів приховано. Галявина, сплошна рубка пішла. Оставили для блезіра вон сухонькі, сухі дерева, вон буки нікому не потрібні. Санітарні рубці рубаються 10%, а ту вирубали, 10% оставили, а 90% вирубали. І таких нарушень тільки в Выгодському гослесхозі десятки. Но в своєму отчеті міжнародні аудитори, які весною проводили перевірку, їх чомусь не учли.
Орест Балазюк тоже был среди инспекторов, как наблюдатель. Говорит, в документах не только умалчивали некоторые факты, но и искажали. Вони оглянули мої присутності 10 лісосік, написали 22. У санітарно-оздоровчих заходах вирубуються самі стегли лісу. Це санітарно-вибіркові лісосіки, прохідні лісосіки. Наші перевіряючі декларують, що все це правильно. Усомнившись в результатах проверки, активіст Орест Балазюк обратився в компанію ASI, яка займається акредитацією аудиторів. Черновицкая область. А здесь активисты дежурят возле лесопосадок. Проводят рейды, чтобы зафиксировать то, чего не замечают контролирующие органы и местная власть. Несколько дней назад увидели машину, груженную бревнами. Спочатку думали, что это дуб. Почали за ним ехать. Потом выяснилось, что это липа. Завозится прямо до пилорамщика, до предприемца. Предприемец потом кричит, у меня документы на это есть. Но вот как раз документов, как правило, ни у водителей, ни у самих предпринимателей нет. Как и специальных чипов, которые они обязаны крепить на каждое срубленное дерево. Правда, активисты говорят, в последнее время черные лесорубы немного успокоились. Нарубалися вже раніше так, що могли, вирубали. А друге, таке керівництво, є вказівка, що... зупинити це. Ми їздили вже не один раз в ліс. І на тих місцях, де раніше було, проїжджали буквально через кожних 500-300 метрів були вирубки. На даний час вже сократилося і навіть наглядно видно, що це вже через 2-3 кілометри. Майже метр. Він ріс цих 65 років, він ріс. Просто дерево... Скільки міг ще рости? Ще 60 і ще не одну сотню років. Насанітарили. Іменно так можна назвати те, що ми побачили в лісу возле села Ставчани. Це вже Львовська область. Всього за кілька років тут спилили тисячі абсолютно здорових дубов. І, звісно, все під видом санітарної вирубки. Этот лес – территория исследовательского института, который занимается сельским хозяйством. И одна из задач его сотрудников – ухаживать за деревьями. Но на самом деле они просто зарабатывают деньги, говорят активисты. Кубатура была занижена удвічі. Замість 2000 кубів они реально вырубили 4000 кубів. Це при середній ціні $500 – це на $1 000 000. Скромно. $1 000 000 за 3 роки науковці насанітарили тут так лісу. Екологічна інспекція їм присудила всього-навсього 1 000 000 гривень штрафу. Прошлий раз були дві. Вон та вирубка, яка була, а це от не знаю. Это село Гриньків. Год назад, побывав тут, в ответ на обращение активистов, лидер оппозиции Юрий Бойко направил депутатский запрос во все структуры, чтобы обратить внимание на то, чего упорно не замечают чиновники. Вот это пейзаж, как в тайге после падения Тунгусского метеорита. Это старая вырубка прошлогодняя. И был мой депутатский запрос конкретно об этом селе, об этом месте, о том, чтобы прекратить и восстановить природу. Вот чем закончилось. Вот уже новая вырубка. Вот они новые деревья порубали. Вот дорога только расширилась, где трактором стаскивают вниз это. Прошлым летом мы пролетели над Карпатами, чтобы увидеть весь масштаб контрабандной вырубки леса. Спустя год сегодня мы пройдем снова в небе этим же маршрутом, чтобы понять, удалось ли победить черных лесорубов. Вот, пожалуйста, классический пример. Вырубили все, весь склон, спустили по дорогам, и внизу ждет техника. Какая тут санитарная вырубка, если вырубили полностью весь склон? Этим летом наказание за незаконную рубку леса ужесточили, но не помогло. По данным британской организации EarthSight, которая изучает проблему уничтожения лесов во всем мире, объем контрабанды за последний год вырос. Украина является главным поставщиком древесины в ЕС. Основные потребители – Польша, Чехия, Словакия, Румыния. И оттуда к нам незаконно вырубленные деревья вернутся дорогой мебелью. Миллиард евро – только официальный экспорт. 40% контрабанды. Вот 400 миллионов евро. Причем это не наша оценка, это оценка европейских экспертов. 400 миллионов евро – это вот цена вопроса за один год. Сравнивая прошлогоднее видео, хорошо видно, как густые леса сменяют лысые склоны. Видно, что масштабы только увеличились. Невозможно представить себе, что вот такие массовые вырубки проходят без ведома местных органов власти. Сами за себя говорят и эти данные. Это объемы вывоза лесозаготовок на экспорт. Слева данные из Украины, справа из Европы. И разница впечатляет. Оказывается, в Европу ввозится вдвое больше леса, чем подано по документам в Украине.
Ирина Баглай, Галина Якушко, Жанна Дучак, Ольга Паламарюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Это подробности недели. Мы продолжаем. Ким Чен Ын внезапно поменял автомобильные вкусы. Раньше пользовался только мерседесами для официальных появлений, а теперь купил новый роскошный Rolls-Royce. Сделал это специально для встречи с госсекретарем США Майком Помпео. На этой новой машине он и подъехал к ожидавшему американцу. Впрочем, этот жест наполнен очень серьезным политическим смыслом. Международные санкции, ну, по идее, должны заблокировать поставки в КНДР, в том числе и предметов роскоши. Таким образом, северокорейский лидер показал, что считает санкционное давление совершенно бесполезным и сможет купить все, что посчитает нужным. Переговоры в Пхеньяне длились почти 4 часа. Тема – ядерное разоружение. В итоге Ким согласился пустить американских инспекторов на свой ядерный полигон, чтобы они убедились в его демонтаже. Ну и добился главного для себя. Американцы готовятся ко второй встрече Дональда Трампа с лидером КНДР. Я вернулся из поездки в Пхеньян, где мы достигли существенного прогресса. Хотя нам еще предстоит пройти долгий путь и многое сделать, уже видна конечная цель – полное ядерное разоружение Северной Кореи. Вот только главный вопрос. А когда, собственно, Трамп сможет отвлечься от чисто американских проблем? У него ведь на носу выборы. Уже через несколько недель американцы решат, кто же будет контролировать Конгресс. Республиканцы или все-таки демократы? Ким Чен Ыну уже сказано. Раньше ноября встречи и думать нечего, пока Трамп лично участвует в предвыборной кампании и агитирует за кандидатов от республиканцев. Ведь от успеха либо проигрыша сейчас может зависеть и перспектива второго президентского срока для Трампа. Тему продолжит Дмитрий Анопченко. Дежавю. Те же плакаты и та же музыка, что и 2 года назад, когда Трамп только баллотировался. Но это не кадры хроники. Все происходит здесь и сейчас. Предвыборный митинг в глубинке. Демократы дошли до крайности, стали, честно говоря, слишком опасными, чтобы доверить им управлять. Вообще с ума сошли. А значит, голосовать стоит исключительно за республиканцев, уверяет своих сторонников президент. Обращаясь не так к логике, как к эмоциям. Мол, раз мне 2 года назад поверили, так и моим однопартийцам сейчас поверьте. Территорию вокруг Белого дома теперь перекрывают постоянно, потому что вот сюда, на площадку, приземляется вертолет. Он везет президента на военно-воздушную базу «Эндрюс», откуда глава государства традиционно вылетает в туры по стране. И раньше все эта церемония, все меры безопасности, посадка вертолета, взлет, собирались здесь толпы любопытствующих, они смотрели со стороны. Ну а теперь уже практически никого нет, потому что это стало обыденностью. Дональд Трамп постоянно вылетает в предвыборные туры. В графике президента штаты и города сменяют друг друга. Темп такой, что помощники уследить за всем не успевают. Зажиточная Пенсильвания и индустриальная Миннесота, житница Америки, Канзас и кукурузная Айова на Среднем Западе. Заработались, до курьезов доходит. Соцсети взорвались от смеха, когда во время одного из таких выезжей появились вот эти кадры. Президент поднимается по трапу с куском туалетной бумаги на ботинке. Но самого Трампа это, похоже, только развеселило. Он по-прежнему уверен, что любое упоминание в прессе – это рейтинг. Ведь показывать его и действительно стали реже. CNN и NBC предвыборные митинги Трампа в принципе отказываются освещать. И даже лояльный Fox News ограничивается короткой нарезкой. Вытеснить президента из эфира пытаются демократы. Еще один удар нанесли финансируемые ими вузы, сделав разбор полетов учебным предметом. Новый учебный курс назвали «Трампаганда. Борьба с фактами, прессой и демократией». Продлится он 8 недель, то есть финал придется как раз на день промежуточных выборов. И вот тут показательный момент. Обычно политические предпочтения студентов никого не волнуют. Ты можешь поддерживать демократов или республиканцев, но не в этом случае. Сейчас и концепция курса, и его название предполагают, что даже если ты поддерживаешь Трампа в душе, то все равно, чтобы получить зачет, должен искать его ошибки. В бой бросили и тяжелую, звездную артиллерию. Голосовать за демократов призвала певица Тейлор Свифт. Трампу, который любит ее песни, пришлось даже отшучиваться, мол, теперь эта любовь на четверть меньше. В том же ключе высказались Риана и даже легендарная Шер. Каждая женщина в США должна прийти на участок, иначе прекращайте жаловаться. Что толку жаловаться, если вы не голосовали?
Расчет противников президента на высокую явку тех, кто против Трампа. Но и у его сторонников свои аргументы. Это Миннесота, штат в глубинке, где традиционно голосовали за демократов. И победа Трампа в 16-м стала полной неожиданностью. Над лозунгом об Америке, которую снова сделают великой, только ленивый не смеялся. Но тут его воспринимают весьма серьезно. Как и обещание президента вернуть в страну рабочие места. Мы говорим о работе и экономике, росте производства и создании условий для бизнеса. И в этом залог победы. Делится кандидат от республиканцев, а в прошлом звезда американского хоккея Пит Стаубер. Он вырос здесь и прекрасно знает настроение в суровой местности, где половину всей железной руды Америки добывают. Безработица при Трампе действительно свелась до минимума. И за это избиратели готовы простить ему многое. Местные чиновники, вот как этот мэр, который всю жизнь был демократом, даже партбилеты меняют. Что для меня, что для большинства местных жителей, на первом месте вовсе не политика, а экономика. Вот и пришлось перескочить из одной партии в другую, чтобы быть кандидатом, который обещает лучшую жизнь. И действительно обещает. Агитирует, конечно, в том числе и за себя. Вот только накануне Трамп в эфире любимого утреннего шоу, которое сам смотрит ежедневно, заявил, обязательно будет баллотироваться через 2 года и уверен в своей победе. И в том, что его партия сохранит большинство в Конгрессе. Выборы ведь и действительно не президентские, парламентские. И раньше президенты поддерживали кандидатов в проблемных округах, но не пытались вытянуть всю кампанию. Но Трамп в очередной раз играет не по правилам и едет все в новые и новые города. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Готовятся в Вашингтоне к новым переговорам президентов США и России. Формально о встрече пока не договорились, но интенсивное неформальное обсуждение даты и места встречи свидетельствует, что она вполне может состояться. Пока обсуждаются 2 варианта. Самый поздний в Финляндии и не раньше Нового года. Финские политики уже даже готовятся. Но самый ранний через месяц, 11 ноября в Париже. Этот вариант предложили российские дипломаты. Встреча Трампа и Путина возможна во время мероприятий по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, где оба лидера должны присутствовать. Впрочем, американцы пока не подтвердили, что согласны с таким вариантом для переговоров. Это были подробности недели. До встречи в следующую пятницу.